такие вот последствия после моего отсутствия на вахте. Так вот, протаяла, ребята, палаточка. Сейчас будем ставить, устанавливать заново, в общем. Труба тоже все провалилась. Так, сейчас будем, ребята, все вытаскивать отсюда. Ого, туда она все мокрая. Так, сегодня взял с собой канистру. Сейчас поставим березовый сок. 5 литров канистра. Ну, уже практически снег начал таять. Снег сходит. Запели птички. Поют весенние голоса птичек. Ну, сейчас палатку просушим. У меня тут труба, ребят, начала ржаветь. Вот. Попала, видать, под дождь. Вот он, сачок. Потек. Ручьем, ребята, сок бежит. Угу, сладкий. Все кипит, 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 родной. Вот сейчас посмотрим, что у нас тут с березовым соком. О, ребята, почти пол канистры. Натекло. Сейчас картошечку сюда закинем в угли.
взял с собой перчик и несколько картошинок. Вот такие вот сейчас. Давно не кушал, ребята, печеную картошку. Заодно сейчас и лучок запечем. Мяско уже золотистое. Сейчас скоро, наверное, будет готово. Идет туча черная. Затягивает вон там. Вон. Вдалеке, видать, наверное, дождь ливанет. Или снег. Вроде на улице не холодно. Плюсовая температура сегодня. Плюс 10. Опа. Какое вот, ребята, мясочка. Вкуснотища. Сейчас будем пробовать, пробу снимать. Сейчас начнется. Ураган начинается, ребята. Дождем. Потемнело сразу. О, как здорово, ребят. Все, дождь пошел. Надо убрать, наверное, вещи. Картошечка. Так, сейчас подкинем сразу. Вот он, раскаты грома, ребята. Молния сверкает. Люблю грозу в начале мая, когда долбанет в тайге. Не знаю. Так. Все, ребята. Печку сейчас раскочегарим. Надеюсь, тут на меня ничего не упадет. Сверху. Хочет.
О, лучок запеченный, картошечка. Надеюсь, кончится. Чё там, вроде кончился дождик. Кисок надо снять, а то одна вода набежит туда.